самые умные, обаятельные и привлекательные. Саратовский госуниверситет имени Чернышевского выбрал мисс и мистера СГУ 2011 года. Коммунальный рай, стиляги, бесконечные очереди, дефицит. Советский Союз глазами студентов на сцене классического университета. Ежегодный конкурс «Мисс и мистер СГУ» в этот раз приурочен к юбилею студенческого клуба. И так как клубу 50 лет, мы решили, так сказать, немножко вернуться в старину, так сказать. Какая была самодеятельность в те годы? Как бы они посмотрели на клуб, на университет, на жизнь, которая была в те годы? 14 конкурсантов, и каждый выражает в своем стиле отношение к советскому времени. Конкурс видеороликов, творческий потенциал, красноречия и умение себя подать. В этот раз жюри было особенно непоколебимое и строгое, ведь каждый из участников показал нестандартный для студентов номер. Я благодарна всем тем педагогам, людям, которые с нами занимались эти месяцы. Все-таки мы сделали достойную программу. Дефиле в платьях и, наконец, награждение. Мисс Дружба, Творчество, Мистер и Мисс Слово. И традиционный приз преподнес директор ГТРК «Саратов» Андрей Рассашанский. Он выбрал победителей в номинации «Мисс и Мистер Телевидения». Мистер Телевидения. Либерзон Валентин. Готовились мы очень долго, и поэтому очень приятно всегда, когда то, ради чего ты работал, в результате нравится людям. Валентин Либерзон не только активист студенческого клуба СГУ, но и КВНщик. Уже пятый из команды КВН «Друзья», кто принимает участие в конкурсе. И третий из них, кто теперь носит звание «Мистер СГУ». Мистер СГУ 2011 года. Мисс Саратовский государственный университет 2011. Арина! Арина! Да, Елена Макарова, Евгений Крылов, Виталий Варзов, «Вести», Саратов.